12 числа оказалось не совсем радостным. Вот на подходе к парку Шевченко, как раз около памятника, какие-то кретины устроили вот такую красоту. Я одного не могу понять, чего ихние мамы так боялись абортов? Чего эти сволочи, которые все это сотворили, не сдохли малыми? Переворачивать урны, устроить срач. Но это типично в стиле хохлобыдла. Потому что не украинцами, даже людьми их назвать очень сложно. Вот идем по аллее вдоль парка Шевченко. Вот какая красота все с перевернутыми урнами. Такое впечатление, что этих людей рожали стоя. Да причем был пол цементный и очень неловкие акушерки.